Лучший день открытых дверей – это презентация навыков и умений. Так решили в молодежном центре и устроили для жителей города настоящий праздник. В выходные в торговом центре «Евроленд» собрались представители всех клубов по месту жительства и показали, как умеют петь и танцевать. Клубов по месту жительства в городе 18, и учатся в них 2000 человек. Дети приходят достаточно активно, потому что они стараются сделать свой досуг разнообразным и интересным, чтобы после школы у них была возможность отдохнуть, познакомиться с новыми людьми, научиться чему-то новому, именно тем привить те качества, которые им потом в дальнейшем пригодятся в жизни. В досуговых центрах ребята учат прикладному творчеству. На мастер-классах в день открытых дверей показали, как накладывать профессиональный театральный грим и как делать игрушки-обереги. Справиться с такой вот птичкой сможет даже тот, кто от уроков труда очень далек. Она была как игровая игрушка для детей. То есть они могли с ними играть, их подкидывать, то есть, ну вообще, для детишек, в основном это делали детишки маленькие, это было также связано, чтобы развивать мелкую моторику, соответственно, то есть это было самое простое, что можно было делать руками детям. В досуговых центрах учат петь. Есть десятки направлений танцев. Можно научиться играть на гитаре и еще познать тот или иной спорт. Любой ребенок найдет себе занятие по душе и по способностям. Клубы также удачно территориально расположены. Хожу уже около 5 лет. Занимаюсь здесь танцами. Мне здесь очень нравится, так как мы выступаем на многочисленных площадках города, в разных торговых центрах. Здесь очень весело, ярко, команда тебя поддерживает. И очень нравится танцевать на самом деле. Клубы МКУ «Молодежный центр» принимают детей и молодежь. Ходят на занятия и малыши из начальной школы от 7 лет, и люди, работающие и взрослые, до 30. Им по душе бачата. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.